когда заболеваем, в профилактике такой есть тайский бальзам, жидкий. А он двух видов. Одни травы ходят, другой другие травы. Вот я вожу все время одну. Не обращает вообще внимания. То есть как будто бы это вот мой уже запах. А стоило помазать другим, тоже моментально у нас сразу к носу. Понюхал, ага, вот таким тоже может быть от тебя пахнет. Тут же учуяли. И подавка тоже знает, да, по запаху, да, всех своих тоже знает. Он уже знает, кто идет и что несет.